вот канарский нож, да, мы представим, что это канарский нож, я же Леша не буду резать канарским ножом, вы понимаете. Значит, как вы понимаете, удары можно разные, ну, наносить, но сегодня будем говорить о косом ударе. Некий косой удар, он есть и в русской криминальной традиции, и в испанской криминальной традиции, и в итальянской, ну, юга Италии тоже испанская криминальная традиция. Вот. Косой удар выглядит вот так, смотрите, когда я режу вот отсюда. И из этого технического элемента возникает целая система технических элементов. Значит, Алексей меня будет атаковать в горло. Я делаю косой удар вот сюда и облезаю. Вот. То есть, смотрите, что я делаю. Вот эта нога идет вот сюда. То есть, идет удар. Я делаю. Опа! Видите, ушел с линии атаки и прямо по руке обрезаю. Видите? Высеки руку. Значит, есть такая ситуация, что когда рука летит, а она же быстро летит, то нож может залететь сюда. Когда вы начинаете закручивать, он может залететь сюда. Видите? А может залететь вот сюда. То есть промахнуться по руке, да? Вот смотрите, сейчас Леша медленно будет вести, я покажу, что будет происходить, если он будет залетать туда или залетать сюда. То есть, по сути, ну, с двух сторон руки. Посмотрите, когда он будет залетать сюда, смотрите, удар будет просто туда. То есть я промахнулся по руке, но я не промахнулся по руке. Когда рука будет залетать вот сюда, видите, то есть она залетела сюда, разгибается, я, смотрите, что буду делать, обрезать его. Если вот здесь одежда большая, да, и я не могу ее обрезать, да, то удар будет в голову. То есть я не стану здесь резать, да, я проконтролирую руку и ударю в голову. Отсюда. Или поставлю здесь клинок и ударю отсюда в голову. Вот. Если же удар будет косой, вообще боковой, ну как бы полубоковой, сверху так называемый, неаполитанский удар, да, смотрите, то есть я ввожу и вот, бах, то есть смотрите, я если рука залетела сюда, и вот он летит на вас, да, то если вы даже сделаете шаг сюда, он все равно вот до вас доставит, видите, уже. Поэтому я что делаю, удар идет, я убираю его и ударю сюда. Если вы его приняли на клинок, то сюда, вот клинком, видите, то лучше его что? Оставлять здесь, а удар произвести в живот. Если тут одежда, то удар нужно произвести вот сюда, в подбородок. Видите, еще раз показываю. Удар двигается, и я останавливаю. Я могу резать отсюда, видите. А если человек выдергивает руку, то мне нужно ударить вот сюда. Как бы сразу, коротко, прямую линию. Используя прямую линию испанскую. То есть, если рука стояла здесь, то лучше выпад сделать вот сюда. Человек. Еще один момент. Если удар будет режущий, удар будет режущий. Поэтому, смотрите, когда режущий удар, останавливают вот так, щитом. Видите, тогда удара не получается, да? Видите вот эту вот пункту? Удар вниз, видите, и обрез шеи. Еще раз показываю. Удар по горлу, вот он идет, видите, врежа, режет. Я на щит принимаю, вот здесь, видите, на щит принимаю. То есть две точки. Он держит плечо, и здесь я контролирую вопрос. Видите эту пункту? Бью пункты и обрезаю горло. Получается вот так вот, удар идет, я его встречаю и дальше. Движение, которое вот. Вот такая вот сегодня демонстрация.